Сегодня я хочу поговорить сразу про две задачи из блока. Это задача блок 1, безотказное орудие, где нужно 3 боя подряд нанести 4000 урона технике противника. И пятая задача, где нужно в среднем в течение 10 боев держать средний урон 3500. Хотя нет, сначала не об этом. Сначала я хочу рассказать, что меня тут занесло поучаствовать в каком-то небольшом таком конкурсе «Лучший бой месяца» на канале «Песочные войны». Суть конкурса простая. Я и еще трое моих оппонентов присылают свои реплеи, и зрители выбирают самый лучший бой. Ворвавшись на позицию, он сразу принялся раздавать урон направо и налево. Мой бой оказался четвертый, так что если хотите поддержать меня в этом конкурсе, заходим и голосуем. Голосовать просто. Оставляем комментарий и говорим, что голосуем за выдра. Ну и, конечно, не забываем подписаться на канал «Песочные войны». Ага, здорово. Ну а теперь вернемся к нашим задачам. Вроде бы, что можно об этих задачах говорить? Да нечего о них говорить. Просто берете танк, на котором у вас получается наносить больше всего дамага, и едете в бой. Но помните, что в любой момент вас могут поджидать и вот такие бои.